Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Дело на Белых завели за управление по обеспечению топливом. Именно эту компанию через Кировскую региональную ипотечную корпорацию профинансировала региональная власть. За что на Никиту Белых, возглавлявшего тогда Кировскую область, завели уголовное дело по статье «Превышение полномочий». Крик выступал поручителем за долги управления перед поставщиком компании «Нефтетехснаб» и банком-кредитором. И в 2015 году с ними расплатился. А денег от управления так и не дождался. Спор перешел в арбитражный суд. Речь шла о сумме в 200 миллионов рублей, которые как раз и фигурируют в деле Белых в качестве ущерба бюджету Кировской области. Программа «Экономика». Власти хотят получить деньги на новые дороги в Кирове. В Чистых прудах планируется построить два новых участка. Более 600 метров улицы Чистопрудненской от улицы Попова до Производственной и около 600 метров улицы Совхоз-1 от улицы Ивана Попова до Совхоз-1-17. Региональный Минстрой направил заявку на выделение средств из федерального бюджета для строительства. Если ее одобрят, то строительство может начаться уже в следующем году. В 2020-м в Чистых прудах уже построили две улицы – Мостовицкую и Ивана Попова. Экономика на 101 FM. Экспорт Кировской области вырос на 30%. Это данные за 4 месяца 2021 года. Экспорт составил 300 миллионов долларов США, что на 70 миллионов больше, чем годом ранее. Крупнейшими импортерами кировской продукции стали Бельгия, Соединенные Штаты, Мексика, Ирландия, Финляндия и Германия. Появился новый внешнеторговый партнер – Йемен. Почти половина экспорта приходится на продукцию химической промышленности, треть – на древесину и целлюлозно-бумажные изделия, 11% – это металлы и изделия из них. Экономика. В завершение о валютах. Курсы накануне пошли вверх. Доллар сегодня 74 рубля 6 копеек. Евро стоит 87,56. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.